Конкурс дизайна и декоративно-прикладного искусства собрал творческую молодежь республики. В Якутске на второй республиканской выставке конкурсе «Розовая чайка» приняли участие более 50 талантливых школьников. В этом году организаторы добавили новое направление «Птичий базар», где участники представляют самые разнообразные изделия из пуха, меха, перышек, птиц. Необычную технику вязания без использования спицы крючка продемонстрировали учащиеся 17-й школы. Тонкая. Все знают, как вязать спицами и крючком, а я вяжу без спиц и без, просто руками и пальцами. Например, вот эти шарфы можно связать за полчаса без навыка вязания. Это вот с помощью рук. Вот эти вот шарфы, их можно одеть как обычный шарф или как можно одеть как свитер. Вот сейчас вот вяжу с помощью пальцев. Их можно просто одеть или как аксессуар, или можно вот сделать как ковер.